Как правильно пересадить растения, сколько раз поливать – это узнали химчане на мастер-классе по растениеводству. В этот раз работали с фиалками. Жителям предложили украсить цветочные горшки на свой вкус, а затем помогли правильно высадить цветы. Но главное – рассказали, как ухаживать за фиалками. Нужно найти хорошо освещенное помещение, потому что самое главное для фиалок – это освещение. Но свет должен быть мягким, прямых солнечных лучей фиалка не любит. Полив идет два раза в неделю. Нужно просто смотреть, насколько высыхает верхняя часть земли. Встречу провела специалист по растениеводству Любовь Драничникова в школе номер 1 на улице Молодежной. Подробную информацию о месте и времени проведения будущих мастер-классов можно найти в газете «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.